Здорово, народ, канал Silly Fox. Сегодня идем в Старосырово опять. Очередной выход. Ну, на домашний водоемчик посидим, половим. Попробуем сегодня на безмотылочку. Единственное отличие от остальных рыбалок, набрал сегодня чертей. Буду пробовать на них делать упор. Посмотрим, что из этого получится. Погода сегодня плюс 5, очень сильный ветер, прям очень сильный ветер. Порывистый. Я не знаю, сколько еще лед простоит, продержится. Все, наверное, в крайний раз сюда уходим. Завтра пойдем на речку, на Девятское. Там будем пробовать. Попробуем там на фидер и на поплавочку, но это будет завтра. Сегодня, в принципе, самая настоящая зимняя рыбалка. Че, погнали. Пол Старосырова, сейчас засверлился, начал сверлить старые лунки. Где до этого на предыдущей рыбалке ловил. И во время сверления выскочил один болтик у меня на буре. Я этого не заметил, начал проворачивать и, соответственно, провернул его, сломал ручку. А остаток на рыбалке буду ловить без буры, потому что сверлить мне нечем. Хорошо, что пришли сейчас вот два рыбака на рыбалку. Я, наверное, у соседей сейчас попрошу бур посверлить побольше. Сейчас пробегу эти сначала лунки. Я думаю, этого, в принципе, хватит, но большой минус то, что я остался без бура. Теперь я его отправлю в ремонт, буду ремонтировать, надо наращивать, трубку делать новую дополнительно, внутрь штифт надо вставлять. Вот. И из минусов еще то, что начался дождик. И дождик льет такой довольно-таки хороший. Я не знаю, сколько высижу под дождем. Зимняя рыбалка с дождем, это первый раз, наверное, за сколько я ловлю лет. Никогда не попадал, в метель попадал, в пургу попадал, в морозы сильно попадал, но в дождь зимой не попадал. На улице плюс 3, ветер, сейчас поджимаюсь к берегу, стараюсь спрятаться от него, ну и буду пробовать на безмотылку. Вот все, он усиливается, будем пробовать, раз уж пришли, надо ловить. Thank you.
сырого. В итоге его концовка перешел на чертика, на чертика плотва порадовала. А кушок два таких с ладошку интересных попались. Просто интересно, сейчас время ближе к двум, она вообще перестала упасть. Даже плотва, а ветер. Очень сильный ветер, но плюсовая погода. Мягко очень, ну и тепло, но ветер руки чуть-чуть покусывает. Собрался, пошел домой, пошел ремонтировать бур, который удачно сломал, блин. Сейчас надо в тулуп искать. Ну это ладно, восстановим. Были бы руки. Все, всем спасибо за просмотр. Всего самого лучшего.